глазах открытых. О, не разрушь и не убей, в земле достаточно убитых. Мой прадедушка Павел Пиманович Мушко участвовал в Великой Отечественной войне. У нас очень мало информации, потому что он погиб очень рано, когда было 4 годика моей бабушки. У нас очень мало информации, потому что он был без вести пропавшим. Он родился в 1911 году. В 1941 году его призвали на войну. Ему было 30 лет. Он работал шофером. Он развозил боеприпасы. В 1943 году в машину, где находился мой прадедушка, упала бомба. И он был без вести пропавшим. Моя прабабушка всю жизнь его ждала. В 1979 году пришло известие, что мой прадедушка погиб. Он похоронен в братской могиле в селе Камышеваха в Запорожье, около школы, где похоронено 120 бойцов. Школьники весной наводят порядок, протирают могилу. У нас очень есть одна только фотография очень старого вида, черно-серого. Мы попытаемся в этом году откопировать ее и пойти на парад. Я очень горжусь, что мой прадед тоже воевал, и я хочу быть немножко похожа на него, поэтому я стремлюсь быть победителем в любых состязаниях, в школе, в спортивных секциях.